Сергей Александрович, принимаются новые изменения при избрании губернатора. Как это отразится на жителях, что это им даст, и чем интересны эти новые законотворческие инициативы? Значит, суть законопроекта в том, чтобы предоставить право выбираться главе региона только политическим партиям, а и исключить метод самовыдвижения. Это суть. Что там в данном случае легло в основу? Ну, во-первых, там подобного рода опыт по самовыдвижению. Это региональная инициатива. Она была в Кировской области приведена в 2014 году, и на сегодняшний день это там, норма, она просто-напросто уходит. То есть мы возвращаемся к старому законодательству, к старым формулировкам. Что это может дать? Ну, безусловно, что это разделенная ответственность политической партии за поведение, за программу, за реализацию там, стратегий развития региона. И я считаю, что в этом смысле приходит не просто первое лицо в регион, но приходит уже целая команда. И это, безусловно, там, даст больший эффект, нежели приход одного человека, пусть даже там, с собственной уникальной какой-то интересной программой. Насколько другие партии разделяют вашу позицию, ваш подход? Есть ли какие-то критические замечания? Ну, пленарное заседание состоится, мы увидим, собственно говоря, как будет проходить голосование. Я могу сказать по партии «Справедливая Россия», что мнения депутатов в этой части разделились. И там, со своей стороны могу сказать, что данная инициатива является персональной и не исходит от партии «Справедливая Россия».